Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки Ниндзя Легенды, правда, с небольшим запозданием, буквально на 2 дня. Ну что же, закончился турнир, и нам с тобой пора забирать наши награды. Так, у нас здесь 9660 сюрикенов, 50 дынканоса близзуба, плюс 90 золотых осколков и 75 платиновых. Я считаю, что это хорошо, очень круто. Так, здесь забираем награды. 150 долларов в копилочку у нас упало. Что это за лаги, ребят, такие, не могу понять. Так, забираем здесь за открытие колоды. Так, пройти серию испытаний. Давай быстренько с тобой пробежимся. Быстренько с тобой пробежимся. Я думаю, вот это вот испытание, наверное, прошуршим. По Шурику. Угу. Слушай, я думаю, справимся. Никаких проблем у нас здесь с тобой не должно возникнуть вообще. Тем более, ты сам понимаешь, у нас чистая имба здесь играет. Мне не нравится, что, ребят, какие-то лаги. Так, наверное, надо кое-что глянуть. Ну, вроде бы исправили все. Так, поехали. Давай-ка мы с тобой, наверное, к Северу Монтеса заблокируем. Это, во-первых. И, ага, я думал, добьем, но не тут-то было. Это делает Леонардо. Красавчик. Так, клан Футовец упал. Этого сейчас мы с тобой тоже распетрушим. И переходим на вторую волну. А на второй волне у нас Джастин. Ага. Саблезуб, Бибоп. Я, наверное, думаю, что начать надо с Бибопа. Именно с него. Так, и массовую атаку. Блин, а у меня ее нету. Секунду. Минус Бибоп. Давай тогда вот так сделаем свою вертушку от Леонардо. В плане? Ты выжил каким образом? Объясни-ка мне. Ну-ка, Джастина, наверное, нам нужно с тобой попробовать уничтожить. Тихо, началось. Вот смотри, что делает. Так, хорошо, что он промазал. Здесь тоже промазали. Все, ребята, им крышка. Так, и добиваем с тобой этого Архарвса и плюс мелкого дрона. Ну что же, ребята, мы прошли с тобой, да, серию испытаний. Соответственно, мы получаем сейчас с тобой награду и двигаемся дальше. А чем дальше, тем интереснее. Сегодня, ребята, у нас арена с самого нуля. Соответственно, никакого буста не получится, но, как я вам говорил, от этого даже интереснее. Так, что у нас в магазине? Давай-ка мы с тобой, наверное, вот эту вот колоду откроем. С тобой откроем, и нам выпадает Крис Брэдфорд, собственной персоной. Так, ну что, я думаю, что стоит мне посмотреть энергию, но я это сделаю, наверное, за кадром. Что у нас тут по предметам получается? А здесь приобрести ничего не могу. За жетоны, к сожалению, пока тоже не могу, не хватает мне буквально немножко, да? А 12 монет. 12 монеточек не хватает. А здесь, кстати, а здесь-то, ну подожди. А здесь-то у нас все в ажуре. И мы с тобой, приобретаем именно, ребята, 3 ДНК на Микеланджело ролевого. Так, нам остается всего лишь 2 ДНК добыть, и все будет тип-топ. Так, что у нас тут? Мутаген, турнирная арена. А посмотрим, что за испытание у нас. Лига Лео. Отлично. Лео нам нужен. Будем его обязательно, ребят, фармить. И девичья сила. Ну, как всегда, что нам тут нужно? Нам нужны с тобой только лишь 2 персонажа. Шинигами, Кунаичи. Оу, ёлки-палки. Супер Шреддер у нас будет разыгрываться на эксперте. Слушай, вот это вот, вот это хорошо. Вот это событие, ну, никак, ребят, нельзя упускать. Так, здесь у нас что? Здесь у нас все тихо, да, как в танке. Золотых осколков не хватает, так же, как, в принципе, и платиновых, для того, чтобы кого-то прокачать. Ладно, давай дальше будем продолжать прокачивать нашего змейковьюна по навыкам. Так, нам не хватает, сейчас, секунду. Нам не хватает знаков, да, вот этих номеров. Поехали, будем искать. Автомобильный номер, одна штука есть. Угу. Здесь нам не дали. Второй, так, еще остается 10 номеров. Уже 8. Так, 7, 6. Они очень хорошо, ребята, выпадают. 5, остается 5 номеров еще найти. Точнее, 4. Даже, я бы сказал, 3. 2. Ах ты, елки-палки, минус. Так, и последний мы находим, и все. Да, ребята, прокачиваем ему скилл. А вот этот вот град шипов, ну, конечно же, до 5-й ступени. Это прикольно, ребят.
Так, слушай, а нам потом всего лишь нужно найти 14 кружек. Кстати, они тоже, по-моему, очень даже неплохо выпадают. Так что, скорее всего, град шипов мы скоро с тобой прокачаем до 6 ступени. Можем поднять еще... Ага. Нет, мы не можем поднять свой уровень, потому что у нас не хватает элементарного мутагена. Но зато мы можем здесь забрать наш реворд и поднять уровень персонажа. Я думаю, что после лиги, которую мы сейчас с тобой будем проходить, я это с легкостью сделаю. Ну что, друзья мои, настал момент истины, и мы начинаем проходить лигу с нуля. Так, сейчас будет, конечно же, сложно. Сложно, ребята, и я тебе скажу одно, что все ниши уже забиты, потому что сегодня вторник, я бы даже сказал, уже практически среда, потому что 11 часов вечера, естественно, видосик сегодня выкладываться не будет, а поставлю уже на завтрашний день, где-нибудь часиков 12, для вашего, так сказать, удобства. Так, ну что, Рокстеди, мы сейчас с тобой бомбанем, никуда он не денется. Так, отлично, первая победа за нами, и мы переходим на дальнейшие, как говорится, бои. Так, смотрим, куда мы сейчас с тобой перелетим. Ну, тут ясен перец, ребята. Воин, как говорится, лига, это пролетается, как, знаешь, как фонарь над Москвой. Никаких сложностей нету. Так, вот мне единственное, что хотелось бы, это получить... Вот. Уже лучше. Адриан. Давай возьмем, наверное, Адриана. Так, здесь мы уже видим 19 уровень. 19, ребята. То есть, делаем выводы. Мы еще, как говорится, не раздухарились, а нам уже дают 20 и 19 уровни. Так, подожди, а почему они так стоят? Просто на бойку, интересно мне знать. Слушай, а что это у нас за скилл такой? Вне игры. Ага, прыжок сквозь панель. Понятно, это, по-моему, у нас идет... А, выбивает из кадра. Нет, тогда лучше мы вот так сделаем. Бросим угол экрана. Так, ну практически... Блин, надо же было массовую бомбануть. Ну что ты, а? Спешу, ребята, спешу, как всегда. Давай попробуем, наверное, Макмана звездануть. Практически мы его подбили. Нет, ребята, ваши вот эти вот фокусы здесь не прокатят. Вы слишком слабы. Ну, по крайней мере, для меня на данный момент. Вот и все. Мне, конечно, больше нравится, когда у нас начинают выступать уже все 5 персонажей. Они 3, потом 4. Там уже получаешь кубков, да, и быстрее как-то продвигаешься. Ну что же, здесь у нас воин 2 звезды, 63 ранг. Нам нужно перейти на 3, естественно. Так, смотрим, что у нас тут. 11-11. А дадите мне 11-12? Или, например, 12-11? Не хотят. М-м. Видишь сам, да? Они не хотят мне этого делать. Ну ладно, ничего не поделаешь. Спорить с ними бесполезно, поэтому берем с тобой Глеба. Возьмем Глеба. Тут, как мы видим, 18 уровень максимальный. И для нас это хорошо, потому что у нас с тобой уже 31 и 35 уровень. То есть разберем, даже не поморщимся. Даже слезинку скупую не пустим по ним, да? Так, Кирби сразу упал. А ну-ка давай так сделаем. Оу, да они падают, как листья осенью. Да, ребята? Вот так вот мы с тобой здесь все это дело пробиваем, проминаем, прожимаем, не даем им покоя. И переходим в плане. Эй, ребята, мы даже... Мы должны были быть уже с тобой на воин 3 звезды. Что за дела-то, а? Слушай, а вот здесь неплохо уже, смотри. Из-за ях какой-то. 11-12. Это самый пока на данный момент сильный персонаж для нас. И мы будем его разбирать. Пока еще до сих пор 3 бойца нам дается. Пока дается нам 3 бойца. Ну что, давай, наверное, сделаем с тобой ускорение. Вот так вот я захотел. И будем теперь уже разбирать их. Первый пошел. Опа. Недобитый ж. Добей. Молодец, Раф. Ну-ка, я удивлен. Я удивлен, ребят, тому, что он повесил постепенный урон. Интересно, Майки, интересно. Очень интересно. Тем более уровень 35. Разница там, ну, не меньше десятки идет. И он все-таки умудрился повесить. Это очень большая редкость. Смотри, 21, да, уровень.
35-й. То есть на 14 уровней мой Кейси Джонс круче, чем Майки. И он все равно на него повесил постепенный урон. Вот так вот, ребята, бывает. Ну что, а у нас здесь... Подожди-ка, только Фирс? Давай-ка мы что-нибудь другое с тобой посмотрим. Так, ладно. Теперь опять Глеб. Слушай, Глеб-то неугомонный, я смотрю. Все лезет и лезет. Ладно, я, ребят, не против. Еще разок мы... Слушай, а у меня уже 40-е уровни. Но, насколько мы помним, у меня больше всего 50-х уровней, да, бойцов? Вот там-то мы с тобой и повеселимся до поры до времени. Так, ну что, мои кролики вжаривают. Сразу двоечку уронили. Выпускаем духа, наги, или как там, они. Да, тут вообще без проблем. Тут вообще без проблем. Роквелл, да, Рок, кстати, по-моему, даже вообще у нас не успел ничего сделать. И мы с тобой где-то 40-е место должно быть. О, 18-е. Слушай, ну это хорошо. Это хорошо. Так, Исаак, Уэйн. Но нам лучше смотреть с тобой. Вот, я думаю, Уэйна возьмем. Кубки, ребята, одинаковые, да? Но противники уж очень-очень слабенькие. 21-22 уровень. То есть для моих ребят это просто, знаешь, как груша для битья получается. Они просто будут тренироваться на них. Так, ну что, давай-ка посмотрим. Я специально, ребят, вот так хочу сделать. Подурачиться, грубо говоря. Так, бросим с тобой гранатку. Сразу двоечка упала. Зашибись, подурачился, да? Просто, ребята, вот так вот насмешливо я прохожу противников. Я тут даже, знаешь, как тебе сказать, не стремлюсь там к чему-то там. Просто дурачусь. Как будет. И то мы в этом случае с тобой побеждаем. Наконец-то мы перешли с тобой в элиту. Только сейчас, уже сколько боев сделали, а только лишь в элиту перешли. Да, давно такого не было. И берем с тобой Марка. Так, уровень здесь максимальный, я смотрю, всего лишь 27-й. До сих пор еще пока у нас, ребята, 4 бойца разыгрывается, но это до продо времени. Скоро уже будет 5 бойцов. Так, ну что я тебе могу сказать? Здесь нам нужно бросить бомбочку, пускай даже не прокачанную. Потом нам нужно уничтожить с тобой муху. Потом, конечно же, острозуба, если мы успеем с тобой это все сделать. Так, ураганчик. Упс, это как так? Если честно, я думал, что мы сейчас будем там драться до потери пульса с ними, до последнего. Но нет, Макмен 40-го уровня бросил свой ураганчик, и все 26-е уровни просто, ребята, упали. Круто. Но я тебе еще тогда говорил, что Макмен сам по себе очень хороший чувачок. Так, ну что, а здесь у нас, вот, ребята, на Криса падает мое, как говорится, око провидца. И мы начинаем с тобой бомбашить. Так, 4 персонажа до сих пор. А когда будут уже 5-то даваться, я не помню. Так, ну здесь вот, если кожеголову успеет сделать массовую атаку, то нет. Начинаем, как всегда, со Шреддера. У него почему-то инициатива больше. Отлично. Так, теперь Крэнк. Блин, ну то, что Супер Шреддер будет у нас разыгрываться на этой неделе, ребята, это очень круто. Вы же все прекрасно знаете, как я хочу получить вот этих вот имбовых персонажей. Прокачать Супер Шреддера, да, прокачать Крэнга себе и... Кто же там у меня еще-то? Крэнга, Супер Шреддера. И из головы улетело просто. Ну, сам понимаешь, да, я только с работы пришел. Голова еще не варит, ребята. 12 часов отработать на смене. Прийти домой, не покушавши ничего, сесть и снимать видосик для вас, потому что, ребята, уже время 11 часов вечера, как я уже говорил. Надо быстренько все это как бы сделать, потом уже спокойно идти кушать. На ночь глядя, что не есть хорошо тоже. Так, ну что, влупляем? Так. А почему, ребята, я не смог вовремя снять с понедельника серию сразу по откату? Во-первых, ребята, я работал, я пришел поздно, очень-очень уставший. Просто было желание, конечно, снять, но я там уже начал заплетаться. Как говорится, голова думала не об этом. И я решил, что все-таки не будем мы снимать. Лучше, когда вот, например, завтра у меня выходной, сегодня я могу спокойненько, как говорится, пожертвовать своим временем и снять. А так вообще в идеале хотел завтра, в среду. Так, ну что, друзья мои,
Олвы. Олвы. Ну давай возьмем вот этого вот Олвы. Не знаю, что он там этим хотел обозначить. Раз, два, три, четыре. О, уже пятерочка, ребят, уже пять персонажей. Соответственно, наши дела сейчас пойдут намного быстрее. Намного быстрее пойдет прокачка. Так, массовые атаки. Тут пока у нас... Вот, только лишь одна. Ну-ка, вжаривай. Неплохо, я тебе скажу. Так, вырубать нам надо кого? Ну, давай, наверное, вот этого вот. Микеланджело. Ага. Теперь Ванюшу уложим, надеюсь. Да. Ну и Макман остался. Все, ребята. Тут ты сам видел, да? Все прекрасно у нас получилось, и мы двигаемся с тобой дальше. Выбираем персонажей, конечно же, посильнее нас. Ну как посильнее нас, я имею в виду посильнее среди всех. Именно по уровням, да? Вот смотри, тут 36-е. Соответственно, кубков здесь 13-16. Вот его и возьмем. Это у нас Митчелл. Это у нас Митчелл. Блин, Шреддер. А сколько там, интересно, нам нужно найти ДНК для него, чтобы его пропать до 5-й звезды. Надо будет потом глянуть все это, да? Так, ну что, усилим атаку наших бойцов. И начнем с массовых атак. Так, Майкер ролевой жарит. Слушай, неплохо бомбанул. Блин, Шреддеру бы, конечно, вот эту вот суператаку бы прокачать массовую. Вообще было бы имба. И остается Донателло. Ну-ка, все. Мы с тобой здесь победили. Слушай, я сейчас выйду и гляну специально. Вот мне очень интересно посмотреть, сколько же все-таки нужно ДНК. Блин, мы с тобой из элиты до сих пор еще не вылезли. Обалдеть. А ну-ка, где у нас с тобой Супер Шреддер находится? Вот он. Ёлки-ты-палки, ребята, еще нужно 53 ДНК на него искать. 53. Это очень много. Это придется еще как минимум два раза с ним встретиться. Это при удачных обстоятельствах. А так, может быть, даже и три. Ну ладно, мы с тобой пока продолжаем бомбить. Так, все идут 13-15, а дадут что-нибудь получше. Например, 14-16. Или вам жалко для меня, как всегда? Нет, ребята, дали мне 13-16. Это Андерс. Я ничего не имею против Андерса. Уровень, как мы видим, у него 36-й, да? Это максимальный. 37-й максимальный, 36-й практически на всех остальных. Значит, бомбим. И бомбим, конечно же, всеми массовыми атаками. Во-первых, сделаем дебаф, чтобы их размягчить. Так. Дальше бы, конечно, не помешало бы нам именно мутагеноидом. Но, видишь, не получается. Так, ладно. Телепатию врубаем. Теперь, я думаю, лучше нам сделать ускорение с тобой. Окей. Так, ну что, сделаем крик. Мы их замедлили. И массовая атака по земле. Только лишь один упал. Так, Рафаэль делает масуху. А вот это зря. Вот это ты зря. Смотри, что-то, ребята... Блин, из-под контроля у нас все выходит. Ну-ка. Даже Кирби не подбили. Ну-ка, Эйприл, давай, отлично. Так, хиляться. Хиляться нам пока не нужно. А вот комочек я, пожалуй, брошу. Снежный. И то промазал, а. Ну-ка, шипы. Ага, шипы его подбили. Теперь давай кислотой пульнем. Даже постепенно урон не повесили. Захиляемся. В таком случае. И морзина кошка замедлила. Замедлила. Ладно, ребят, это нормуль. Добиваем. Ну и остается у нас здесь с тобой. Так, кабан, подожди-ка, я не понял. На тебе. Он замедленный, у него нет брони, и он стоит, а? Ты посмотри на него. Стоит до последнего. Но все равно мы его победили с тобой. И двигаемся дальше. Я надеюсь, мы сейчас с тобой хоть перейдем или нет. Да, наконец-то, наконец-то, друзья мои, мы с вами дошли до самураев. Лига самураев. Да, долгий-долгий очень был путь у нас. И берем с тобой 14-17. Слушай, персонажа-то еще, ну, хватает.
Единственное, что меня смущает, ребята, уровень. Уровень противника уже 41-й. Я до сих пор еще сижу на полтинниках. То есть нас догоняют. С тобой нас догоняют. Так, ну-ка давай вот так вот сделаем. Окей. Добить сможешь? Красавчик. Так, теперь стаю крыс. Вызываем, вызываем, вызываем. Ну, неплохо, я тебе скажу. Сделаем дебаф. Массовый, естественно. Так. Ах ты какой паршивец. Так, этот будет, ну я так и думал, сейчас будет хилять. Этот будет хилять, ну-ка давай холодильник бросим туда, в них. Блин, вот если его прокачать, этот холодильник, мне кажется, было бы круто. Да чтоб тебя, а. Так, я хиляться пока не буду, давай, наверное, постепенный урон. Да, повесили. Плюс двойная атака, нет, одинарная. Так. Волны, подбили. Попробуем сейчас. Нет, против Дони это не прокатит, ребята. Так, Лео, что делать там? На атаку, да, усиление сделал? А ну-ка, сайми в него. Отлично, Дони упал. А Лео стоит, а сейчас? Да ну. Бибоп, ты че, ё-моё. Удар крысой. Так, ну, Лео в любом случае мы с тобой уже разберем. Блин, да почему он так слабо бомбит? Я не понял, юмор, эй. Ты видел, какие у него ничтожные были удары? Что по Леонардо, что здесь? Пш, не знаю, в чем проблема. Че так скислился? Обычно он раньше бомбил, и у него атаки довольно неплохие. Так, мы с тобой куда попадаем? На 58 место. То есть еще два боя, да, нам предстоит сделать. Так, берем с тобой Фирса. Возьму Фирса, так. 41 уровень. То есть ровно на 10 уровней мы как бы с тобой его опережаем. Я думаю, что такая грань у нас и останется до конца нашего, как говорится, выступления на этой арене. Так, давай-ка мы ускоримся, наверное, с тобой чутка. Так. Я думал, что Хан будет делать дебаф. Ничего подобного. Так, бросай в него этого кланфутовца. Слабо. Так, Кирби сделал. Массовую атаку сделаем с собой от Леонардо. Да, слабенькая, согласись. Ну-ка. Рафаэльчик, вжарь. Ну, хотя бы так. Этот уходит в инвиз у нас, да, Микеланджело? Ничего страшного. Ничего страшного. Тихо, тихо. Ну, пускай лучше так сделать, чем разбег. Бросаем баллончик с тобой. Сейчас кто-то упадет. Упали все. Вот тебе и Мундагек, да? Кажется, такой хиленыш. Ну, я его как назвал? Баффер-дебаффер он, да? Потому что он бафает и команду, и дебафает вражескую команду. Так, ну что, у нас с тобой уже ближе к лиге самураев 2 звезды. Так, дайте мне, пожалуйста, что-нибудь там 14-17, если можно. Есть. Выбил, да? Выпросил. И это у нас Александр, скорее всего, должен быть. Не вместилось там немножко буковок, но ничего страшного. Так, 41-42 уровень. Ну, враг по уровню практически, ребят, никак не прибавляет. И для нас это очень хорошо. Давай-ка начнем с массовых атак, естественно. Шреддер сейчас будет выпускать своих кланфутовцев. Отлично. Уничтожим Мэйки. Нормуль. Так, и массовая атака. Пердушка пускай будет. Вау. Блин, ну Джастин, ребята, тоже хорош. Согласись, у него две массовые атаки. Вот это вот пердушка и выброс слизи. Я бы это так назвал. Так что, возможно, после Змейка Вьюна. Нет, после Змейка Вьюна я все-таки, наверное, буду прокачивать Ваньку Стиранка. Скорее всего. Так, ну что, мы с тобой в Лиге Самураев. Две звезды, как ты видишь. И 14-17. Нет, ребята, давайте уже что-нибудь покруче. Вот, вот, 14-18. Так, поехали. Блин, персонажей все меньше, меньше и меньше у нас с тобой. А вот и Змейка Вью. Но он у меня 70 уровня, так что сейчас, наверное. Причем у него прокачка по шипам почти фуловая, да? Почти. Хотя мы даже без него здесь справимся. Все. Паукус, так сказать, сделал жирную точку в этой битве. Всех ушатал. Ну, а мы двигаемся с тобой далее.
Блин, мне бы дойти до самураев 3 звезды. Конечно, в идеале хотелось бы до сёгунов добежать. Но тут как-то сложновато, если честно. Против нас воюет Гена. А может быть, мы против него? Нет, скорее всего, мы против него воюем. Он бы нам в любом случае не сделал бы такой вызов, согласись. Жалко, что здесь нету, вот как в черепашках ниндзя, да, вот это вот безумие мутантов. Своего клана сделать, там как-то повыступать. Было бы прикольно. Кстати, наверное, сегодня мы успеем, наверное, снять еще и по безумию, по безумным мутантам, не черепашки. Да, я попробую сделать, ребята, серию. Так, ну что у нас тут? 21 ранг. Нам с тобой нужно кого-нибудь посерьезнее. Вот. Арацелли. Окей, пускай это будет Арацелли. Герой, это все кончается, кончается. У нас, конечно, есть с тобой 41 откат, но смысл его тратить. Лучше мы с тобой завтра запилим еще серию, да? Когда у нас там все откатятся, и мы с тобой еще раз будем делать, как сказать, повторный буст. Может быть, так это назвать. Хотя какой-то буст, елки-палки, если мы с тобой здесь топчемся на месте. Ну, зато уверенно проходим вперед. Уверенно. Дойдем с тобой, может быть, до сёгуна 2 звезды завтра уже. Так, ну что, самурай, 3 звездочки у нас в кармане. И мы продолжаем. Так, 14-18. Возьмем мы с тобой, наверное, Грега. Раз, два, три. Все, это последний, да, бойцы у меня? Раз, два, три. Ну, ничего с этим не поделаешь. Абсолютно ничего не поделаешь. Так, ну что, давай, Усаги. Этого будет достаточно им всем. Тыч. Вот и об этом я говорил, ребята. Ну что же, идеальная победа. Мы с тобой куда там переместим? Сейчас посмотрим, на какую ступень. Наверное, 70... Ага, 79-я. Я думал, 70-я будет. Так, это я все потом заберу. Поднять уровень персонажа, да. Вот теперь можно спокойно поднимать уровень персонажа. И это будет... Ну-ка, хватит мне? Да, хватает, ребят. Будем прокачивать Бакстера Стокмана. Хотя можно было бы, конечно, из Мика Вьюна подтянуть. Ну, ладно. Что сделали, то сделали. Так, у нас с тобой 225 телепортов. Мы давай-ка, наверное, с тобой крутанем рулеточку, я думаю, ты не будешь против, да? Ух, понеслась. Дайте что-нибудь путевое. Путевое мне. Ах ты, елки-палки. Ну, Леонардо мне не нужен, ребята. Леонардо у меня прокачан. Мне вот Донателло, да, Донни нужен. Блин, и Майки опять выпал. Ну, что ж ты будешь делать? Ну. Ну, Бибоп. Я вот не помню, Бибоп у меня прокачан или нет. Не помню, если честно. Так, ну что у нас там по испытаниям? Давай посмотрим. Лига Лео. Может быть, пробежаться по нему, а? Сейчас прям. А давай побежим, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Честно говоря, я не рассчитывал на такое. Я думал, у меня будет здесь имба. Конечно. Далее, ты посмотри, что... Господи. Ну и докуда я дойду? Я не знаю. 70-х уровней всего лишь 2, да. Это Шреддер и Карайка. Крысиный король и Кирби 52-й, 50-й уровень. Нет, тут мы с тобой максимум дойдем, наверное, до 6-го эпизода. Это максимально, что я могу себе позволить. И то не знаю, как там у нас пойдет. То есть это испытание я не смогу пройти полностью. К сожалению, ребят. Хотя очень сильно бы хотел. Ну что же, получаем Леонардо Афин ДНК. Блин, а тут Лео Космос, да? Оригинал Лео. Самые сливки, так, как говорится, начинаются. Хотя из этих всех Леонардов мне, по-моему, не нужен вот этот. Ролевой у меня что? Ну-ка, давай-ка глянем, что у меня с ролевым. По-моему, ролевой. Да, ребята, ролевого надо качать, как говорится, его еще и качать. Так, ладно, продолжаем с тобой лигу Лео. Здесь абсолютно, ребята, не важно на результат. Ну, конечно, хочется, чтобы было на 3 звезды, а они так и будут. Потому что уровень врага 20. Ну и получим мы с тобой ДНК. Кстати, у нас
ДНК на саблезуба нужно, ребята, обязательно распетрушить, чтобы они там не залеживались. Будем с тобой обязательно бомбить их на сюрикены. Так, что у нас тут? Грибочки, да, опять? Почему я их так терпеть не могу, ребята? Да потому что они наглые. Вот почему. Наглые и сильные. Они не так сильны по атаке именно, по физической, а вот именно по магической. Они вешают там... Что они там могут сделать, ребята? Они могут повесить на тебя немоту, да? Заблокировать тебе способности. Захилять себя они могут. Нафига, что у них там есть? Там грибы как-то по расцветке. Там красный, желтый и синий гриб. Три вида. Так, ладно. Переходим с тобой на вторую волну. Здесь тоже ничего нету. Эйприлку ночи упала. Упала морозильная кошка. Но и мутант белки, конечно же, тоже будут падать. Что они тут сделают? Да ничего. Так, двигаемся дальше. И тут у нас... О, минус гриб, минус Лео. Фильм. Классика Лео. Так, Лео ролевой тоже упал. И грибочек мы добили. Все, здесь легко и просто. И получаем с тобой ДНК на Леонардо. Какого? Я уже не помню. Видение. Тоже очень классно. Так, ну что же. Давай, Лео. Ролевой нам тоже нужен. И, кстати, уровень здесь уже 45-й. Я боюсь, на следующий бой нам с тобой придется убирать... Хотя нет, на следующем бой мы можем с тобой поиграть все-таки. Потому что о, там будет и враг 50 уровня, да? И у нас, как ни крути, есть лекарь в виде Кирби. Я думаю, мы справимся. Я не буду крысиного короля убирать. Но если будут, конечно, его постоянно дамажить, тогда да, тогда что-нибудь мы с тобой придумаем. И будем играть уже сами, без автобоя. Так, ну, слэш не добили. Ага, молодцы. Переходим с тобой на последнюю, третью волну. Я даже вот сейчас, наверное, сам здесь буду играть. Пулеметная дробь от Ваньки Стиранка. Ох, шикарно. Плюс. Ага, не добил. А если кунай? Фиговенько. А если так? Так, Лео классика упала. Остается Лео космонавт, да? Космос. Он себе повесил иммунитет. Зачем? Я не знаю, для чего он себе поставил иммунитет. Лучше бы он сделал бы какой-нибудь удар. И то бы, как бы говорится, толку было больше. Но он иммунку влепил. Фиг с ним. Ну что, у нас с тобой Лео классика здесь будет разыгрываться. 55 уровней. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята, 55 уровней. Не 50-й, как я думал, а 55-й. Я боюсь за нашего крысиного короля, естественно. За него переживаю. Так, и волн здесь будет 4. Твою ж дивизию. У нас провокатора-то здесь нету? Так, чтоб тебя. У нас провокатора нету. На третьей волне будем, наверное, применять скилл Ваньки Стиранка пулеметную дробь. Или что ты думаешь? Так, сплинтера давай валить. Ой-ой-ой-ой-ой, как так-то? Твою ж... А, у нас еще, ребята, есть с вами... Хиллер это Шреддер. Я и забыл про него. Так, уклонение. От кого идет уклонение, ребята, у нас баф? Я вот не помню этого. Да чтоб тебе, ну карай. А, у него пониженная атака, понял. Тихо, тихо, тихо. Теперь успеем ли мы залечиться? Вряд ли, да? Или успеем? Попробуем. Так себе хил. Ну-ка. Ага. Нормуль. Так, Ваня, давай, давай, родной мой. Так, что у нас там остается? У нас остается... Блин, я буду хиляться. У нас остается с тобой Кейси Джонс и... Могу, конечно, попробовать смертельным поцелуем. Вот, хотя бы так. Блин, этот же может бомбочку бросить. Блин, видишь, у них защита стоит. Ага. Все, ребята, он замороженный. Был. Да чтоб тебя. Падай уже. Да, друзья мои, в плане, блин, еще же волна. Я-то думал, что это последний. Ё-моё, вот это да, вот это я лопухнулся. Так, минус гриб хотя бы. Что сделать? Давай вот так вот, наверное. Ага, хорошо. Блин. Сейчас начнется, сейчас, ребят, начнется.
У нас с тобой нет хила ни у кого. Он ускорение делает. Блин, тут еще и броня повесилась. Ты прикинь. О, он еще и провокацию взял. Нет, ну как же так-то? Блин, офигеть, он забафался здесь. Ты посмотри. Ну-ка. Ага. Дальше, дальше-то кого? Лео фильм. Ой, Лео космос или Лео фильм лучше. Давай Лео фильм, наверное. О, массовая атака. Пошла, пошла, пошла. Леонардо. Ой, Шредер, давай. Есть. Так, хорошо, что он. Ну, как сказать, хорошо, не очень-то хорошо. Сейчас, сейчас, сейчас мы его добьем. Да ладно. Есть контакт. Ну-ка, если вот так вот. Блин, даже базука не берет его. Что он там делает? Блин. Ну, Шредер, пробей ты, ё-моё, его, а в конце-то концов. Есть. Слушай, ну я не знаю, в следующий бой идти. Это вообще опасно, ребят, на самом деле. Очень-очень опасно. Леонардо, да? Леонардо оригинал. 65-й уровень. Эти вот однозначно вылетают отсюда. Как я тут должен, извини, проходить 65-й уровень противников? Ну ладно, давай смотреть, что у нас из этого получится. Мы с тобой лишились хила. Нет, хил есть у Шредера. Ну, отлично. Великолепно. Переходим с тобой на вторую волну. Так, ну здесь тля, это понятно все, да? Будем тогда вот так вот бомбить их. Окей. Я, наверное, массовую атаку все-таки на последний бой придержу. Да уничтожь ты их, а? Так, это только минус одна тля. О, Ванюшка. Блин, началось, да? Будут... А, нет, на Шредера. Так, тихо. Я вначале брошу гранату все-таки. Брошу гранату. Хилять пока еще, наверное, рано. Наверное. Ага, минус таракан. Так, тля. Блин, Ваньку бомбят. Ну, хорошо, что они разделили свои уроны на разных бойцов. Сейчас я попробую, знаешь, что сделать? Давай с гранатомета бомбанем. Ой. Ну-ка, добьешь? Да, блин! Чё такие слабые-то? Блин, они опять Ваньку. Не, надо хил уже врубать. Ребят, хил надо врубать. Я уже до последнего тут, как говорится, держался. Ага, остается... Вот так вот. Ну что, переходим с тобой на последнюю волну. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну, Шредер, не подведи меня. Чё? Трындец, я тебе скажу. Ёпарс, это что будем делать? А? Воу. Кейси, да пошел ты, знаешь, куда? Да. Вот тебе и Кунаичи. Вот тебе и засранка, а. Чё она сделала? А Ванюша, оказывается, дрищ у нас. Сами вы прекрасно видели все, да? Ой. Все, по-моему, ребята, сейчас и Шредер мы с вами потеряем. Я, если честно, думал, что хоть как-то мы пройдем. Да, пускай не всем составом, но пройдем. Ну и, как ты видишь, ничего подобного. Облажался по полной программе. Да, и от этого, в общем-то, мне так обидно стало. Кунаич, конечно, тут наяривает, будь здоров. Ну, что мог, ребята, сделать, то и сделал. Конечно, хотелось бы получить оригинала, но не судьба. И отыграть потом на девичьей силе. Так, ну что, дорогие друзья, на этой ноте мы будем закругляться. Я за кадром уже пойду осмотреть ролики, да, видео. И зарабатывать энергию вместе с паками. А на этом все. Всем пока и до новых скорых видосиков. Удачи вам!